и Валерия, и народный артист России Юрий Николаев. Добрый вечер! Добрый вечер! Дамы и господа, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Добрый вечер. Талантливый, невероятно одаренный от рождения, обаятельный, красивый. Тот, в которого были влюблены все без исключения женщины Советского Союза, и, наверное, многих-многих стран Восточной Европы, куда он приезжал. Удивительный человек. Вы знаете, проходит время, а концертов, таких как сегодня, где бы звучали песни Муслима Магомаева, где бы вспоминали о нем, этих вечеров не становится меньше. И я каждый день, когда езжу на работу, или хожу пешком иногда, я прохожу мимо пересечения Леонтьевского и Вознесенского переулка, где стоит памятник Муслиму Магомаеву, и я вижу, как много там молодежи, как часто там можно увидеть живые цветы. Это значит, что он остается в нашем сердце, он остается в молодом поколении. И еще одним знаком памяти о нем является этот замечательный, бесподобный зал имени Муслима Магомаева и вот прекрасный музей, который находится в фойе. Я уверен, что, знаете, исполнители, конечно, как бы ни были они талантливы, они не вечны, они уходят. Но такие, как Муслим Магомаев, они становятся, по сути, бессмертными. Я желаю вам приятного вечера. Очень рад. Спасибо большое организаторам этого замечательного концерта. Сегодня на эту сцену будут выходить артисты нескольких поколений, многие из которых выросли на песнях Муслима Магомаева, но никогда не встречались с ним. Ни на сцене, ни за кулисами. И для них, и для меня в том числе, он легенда, классика, история. Именно им предстоит почувствовать связь времен, созданной музыкой. Постоять на сцене, на удивительной сцене. Именно здесь, на этой сцене, встретятся молодые исполнители и их кумиры, и их учителя, я хотел сказать, больше, но учителя, действительно. Не случайно я сказала именно это слово, потому что сейчас испытываю особый трепет и волнение, потому что хочу представить вам своего мастера, работать и общаться с которым огромная честь для каждого из нас, независимо от того, каких бы высот мы достигали, совершенно не важно. Мой учитель, народный артист Советского Союза, народный артист России Иосиф Кобзон. Стихи и музыка Людмилы Артемьевой, посвящение Муслиму Магомаеву. Концерт свой отменю. Сегодня я навстречу еду к другу по мокрому шоссе в промокшую Москву, в тот дом, где я давно, давно уж не был. Давно, давно уж не был.
неспетых песен журавлиный клин. Московские рассветы улетают, и нам муслим свою улыбку дарит, и над роялем сигаретный дым. О чем сегодня ты споешь, мой друг? Звучат мелодии, родные звуки. Тамарины глаза, искрится в них слеза. Не в боль любви и боль разлуки. Неспетых песен журавлиный клин. Московские рассветы улетают, и нам муслим свою улыбку дарит, и над роялем сигаретный дым. Земной романс, негромкие слова, неповторимы исповеди звуки, и с гением любви поет их вся страна. На клавишах любви муслима руки, и с гением любви поет их вся страна. На клавишах любви муслима руки, неспетых песен журавлиный клин. Московские рассветы улетают, и нам муслим свою улыбку дарит, и над роялем сигаретный дым. Неспетых песен журавлиный клин. Московские рассветы улетают, и нам муслим свою улыбку дарит, и над роялем сигаретный. Спасибо. Сегодня все аплодисменты, все цветы муслиму. Давайте поблагодарим судьбу, которая подарила нам общение с творчеством выдающегося нашего соотечественника Муслима Магомаева. Мужество! Спасибо. Пожалуйста, идите. Все будет Муслиму. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что нам повезло. Мы много лет работали вместе с Муслимом, и я очень жалею, его сегодня так не хватает. И спасибо вам, что вы помните,
что вы любите и что он остается в ваших сердцах. Спасибо. Спасибо, Станович. Васик Кобзон. Роберт Рождественский писал: я присутствовал на многих концертах, в которых пел Муслим Магомаев, и ни разу не было случая, чтобы ведущий успевал назвать полностью имя и фамилию артиста. Обычно уже после имени Муслим раздаются такие овации, что несмотря на самые мощные динамики и все старания ведущего, фамилия Магомаев безнадежно тонет в восторженном грохоте. Описанные знаменитым поэтом события происходили в каждом городе, куда бы он ни приезжал, где бы он ни выступал на протяжении 4 десятилетий. Конечно, такое бывало и в Москве. 26 марта 1963 год Муслим Магомаев становится всесоюзной суперзвездой после своего первого выступления в Москве. А через полгода поклонники вынесут двери концертного зала имени Чайковского, пытаясь прорваться на его концерт. Москва – лучший город Земли по версии Муслима Магомаева. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева. Лучший город Земли исполняет сопрано. Thank you.
Муслиму Магомаеву за музыкальное наследие, которое он оставил нам, и благодарим его за то, что он ведет нас и дает нам ориентир музыкальный и высоко духовный. Спасибо большое, для нас честь принимать участие в концерте, посвященном легендарному певцу. Группа Сопрано, браво! Спасибо, 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 спасибо. Муслим Магомаев был и остается королем отечественной эстрады. Я надеюсь, никто из моих коллег, королей, не обидится на меня сегодня, но он особенный. Он всегда был модным, стильным, ярким и совершенно не советским. Если он пел твист, он обязательно пел твист. Если он пел челентано, то он пел челентано на итальянском языке. Многие считали его полиглотом, но ему не нужно было знать английского языка для того, чтобы исполнять песни Синатры. Ему не нужно было знать французского для того, чтобы покорить Парижскую Олимпию. Идеальный слух, особые музыкали заменили ему курсы иностранных языков. Магомаев мог воспроизвести любую фразу практически без акцента. И еще он совершенно не боялся начальства и советской цензуры. Спев свою положенную программу, он отпускал аккомпаниатора, благодарил его, и начиналось третье отделение концерта Муслима Магомаева. Это третье отделение он составлял из самых актуальных, самых популярных эстрадных номеров. Можно себе представить, какой это был подарок для зрителей в те времена.
сегодня будет с вами принимать в таком концерте участие. Еще раз наше поздравление. Ну, поздравляю! Спасибо, спасибо, спасибо. Муслим Магомаев, безо всякого преувеличения, это эпоха в отечественной музыке. Работать с ним будет счастье для композиторов, для поэтов, для певцов. И в то же время работа с Магомаевым была непростым испытанием, пройти через которое по силу только настоящему профессионалу. Его песни вели диалог со зрителем, сидящим у экрана и в зрительном зале. Ни одного лишнего слова, ни одной непродуманной ноты, ни одного лишнего жеста, способного разрушить доверие со зрителем, между зрителем и артистом. Как говорят артисты, перепеть Магомаева невозможно, но все же мы будем исполнять песни этого великого артиста для того, чтобы наш, ваш диалог с ним продолжался как можно дольше. И он будет продолжаться. Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского, «Ноктюрн». Исполняет народный артист России Александр Градский. И победительница шоу «Голос» Александра Воробьева. Добрый вечер. Очень приятно мне сегодня здесь выступать, поскольку есть такие произведения, которые ты любишь слушать, но никогда не стал бы петь. Тут сегодня такой потрясающий случай, что можно в первый раз в жизни спеть то, что ты всегда хотел петь, но не пел, поскольку это было написано не для тебя, но сегодня это возможно. Вспомни обо мне, долгая любовь моя.
Дмитрий Магомаев был прекрасным мелодистом, автором своих песен. А еще он очень любил играть на рояле и очень часто в концертах аккомпанировал себе сам. Но был и есть на нашей эстраде один человек, который нисколько не опасался соперничества с Магомаевым пианистом. Их дружба и многолетний творческий союз подарили нам целый мир музыки, радости, любви. Народная артистка Советского Союза, композитор Александра Пахмутова. Сегодня мы вспоминаем великого певца Муслима Магомаева. Но вы знаете, не все знают, что он был очень талантливым композитором. И вот сейчас прозвучит песня, которая написана им на стихи Роберта Рождественского. И эта песня, ее мелодия, долгие годы звучала, была одним из заставки центрального телевидения. Эта песня, она называется «Торжественная песня». Сейчас мы вспомним Муслима, и мы вам с оркестром сыграем. «Торжественная песня Муслима Магомаева», народного артиста СССР, Анна Николаевна Пахмутова. Александра Пахмутова. Thank you.
Музыка Арно Бабаджаняна, слова Евгения Евтушенко. «Не спеши» исполняют Ирина Дубцова и Борислав Струлев. Спешите нельзя, не спешите.
на этой прекрасной сцене петь такие песни. Вечная память и всегда в наших сердцах. Третий год. Солистка Большого театра Тамара Синявская отправляется на стажировку в легендарный театр Ласкала. Магомаев звонит Тамаре почти каждый день. Говорит обо всем. О прошлом, о будущем, о профессии, об Италии, о Москве. Выясняют, кстати, что Тамара остановилась в том же самом номере, в котором останавливался и Муслим почти 10 лет тому назад. Влюбленные видят в этом знак. И говорят, не обращая внимания на то, что разговоры стоят им уже нескольких зарплат. И вот однажды я только что записал новую песню Али Бахматовой. «Мелодия» называется. Хотите послушать? Конечно, сказала она. Услышав, смущается, как девчонка, и говорит, что не поняла каких-то слов. Он ставит песню сначала, и в трубке снова звучит. «Стань моей вселенной, смолкнувшие струны, оживи». Они были созданы друг для друга, и эта песня была создана для них. Музыка Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. «Мелодия» исполняют народная артистка России Тамара Гверцители и Оскар Абдразаков. Thank you.
Магомаева распростертыми объятиями. Лучший в Италии педагог по вокалу маэстро Джинару Бара называет Муслима Микеле и прочит ему невероятную карьеру на оперной сцене. Итальянцы с удивлением понимают, что молодой артист из Баку просто создан для оперной сцены. И что самое интересное, итальянский репертуар в его исполнении звучит так, как будто бы он родился для выступления в Ла Скала. Для занятий с педагогами Муслим выбирает любимое произведение севильского цирюльника. Надо сказать, что его Фигаро уже успел покорить и Москву, и Баку. Но Муслиму этого недостаточно. Ему нужен весь мир. Фигаро! Пойсон, два, пицца, Фигаро.
Муслим Магомаев так и не выступил на главной сцене «Ла Скала». Стажировка закончилась концертом на малой сцене прославленного театра. И что же пел итальянцам Муслим Магомаев? Конечно, «Вдоль по питерской». И все-таки что выбрать, оперную сцену или популярную музыку? Этот вопрос много лет не давал покоя Магомаеву. Многие его поклонники действительно полагали, что артист не должен растрачивать свой талант на эстраде. Но отношения с Большим театром не сложились, а ни на какой другой классической сцене он не хотел выступать. Вот так и родилось определение. Оперный король эстрады, которая сполна, хоть и немного иронично, охватывала весь огромный диапазон этого великого музыканта. Между прочим, в 2010 году в Москве был учрежден международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева. Организаторы объявили основное условие. К участию допускаются профессионалы, способные показать себя как в опере, так и на эстраде. В следующем году на сцене Крокус Сити Холл пройдет уже 5-й конкурс имени Муслима Магомаева. Его лауреаты гастролируют сегодня с успехом и в России, и по всему миру. Сейчас мы приглашаем на сцену одного из них. Победитель первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Саменов. Party!
обладатель гран-при второго международного. Участие в этом вечере выдающегося, великого, неповторимого, уникального вокалиста, человека, артиста. И прошло уже почти 24 года с того момента, когда я впервые попал в эту потрясающую семью, когда я пришел на прослушивание к Муслиму Магомедовичу, и меня радушно встретила Тамара Ильинична. Тамара Ильинична, где вы в зале? Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, Андреевич. Спасибо огромное за ту поддержку, которую вы мне оказали в самом начале. И я помню, я метался между оперой и эстрадой. Как говорят в том анекдоте, красивый направо, умный налево. Я остался посередине. Но Муслим Магомедович мне тогда сказал: «А что ты хочешь?» Я говорю: «Я хочу петь». Он говорит: «Пой». Я говорю: «А что петь?» Он говорит: «Голос есть, пой все, да еще и красивый». Он не про голос имел в виду. Поэтому сегодня, в этот вечер, я знаю, что когда от нас уходят многие люди, они никогда не исчезают, они всегда остаются рядом с нами. Его голос звучал, звучит и будет звучать в наших сердцах. А нам, поколению, которая выросла на Магомаеве, остается каждый раз огромное счастье выходить и отдавать честь и дань этому великому музыканту, потому что он оставил после себя невероятное наследие, которым мы можем гордиться. А ему еще отдельное спасибо за то, что я имею право взял в репертуар песню, которую я всегда пою на свадьбах, и, слава Богу, живу этим хорошо. Но когда я появляюсь, все помнят, как они женились, выходили замуж. И надеюсь, что весь зал со мной сегодня вспомнит эту потрясающую, невероятную песню. Зал готов? Да! Ну тогда поехали! Слава лучше. По проселочной дороге
Поднялся ветерок за водой. Был жених серьезным очи, а невеста ослепительно была молодой. Шагал я совершенно неженатый и жалел о том, что я не жених. России. И исполнит она песню Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского «Благодарю тебя». Поет невероятная Валерия!
благодарю тебя за то, что по судьбе прошла еще что-то для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься.
фильма Магомаева слова Роберта Рождественского. «Если в мире есть любовь», исполняют Валентина Бирюкова и Эмиль Кадыров. Как мы смогли
Антракт. Музыка Александра Зацепина. Слова Онегина Гаджикасимова. «Лунная серенада». Исполняет народный артист России Александр Серов. Добрый вечер, дамы и господа. Я думаю, сегодня у всех выходящих на эту сцену артистов волнительное состояние. Потому что мы соприкасаемся с настоящим, с большим, с высоким артистом, который пронес шлейфом красной строкой песни советского, российского времени и оставил потрясающий след для всех нас. Это наш великий учитель и человек потрясающей скромности. Сегодня мы поем эти песни от души и от сердца. Я последние 5 лет общался с Муслимом и с Тамарой Ильиничной очень часто. Мы отдыхали вместе, у нас дачи были рядом. Я очень много услышал от него важнейших вещей, которые так нужны любому исполнителю. Колоссальный опыт, колоссальное знание аранжировки, композиторского мастерства, блестящая игра на фортепиано. Это все Муслим Магомаев. И его честь сегодня исполняю эту песню.
Антон Серовский. Здравствуй, Саша. Давно не виделись, но встретились на таком вечере. Спасибо огромное, но я хочу, дамы и господа, дорогие друзья, осторожно, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное. Позвольте мне... Обещаю. Дамы и господа, позвольте мне... Где? Кого ты ищешь? Вот я ищу. Я хочу сейчас вручить цветы моей подруге и другу Тамаре Ильиничне. Персонально. В каком ряду Тамарочка сидит? Тоже не помню. Тамара вообще с нашей давней дружбой, с огромным уважением и любовью. И аплодисменты всего зала. Дом Магомаева и Тамары – это всегда очень теплый дом, гостеприимный дом, хлебосольный дом, многоголосный дом, в доме, где всегда рады встречать друзей. Его давнишний друг Магомаева, еще со времен Ласкала, вспоминает об одной из таких вечеров, как о лучшем певческом мастер-классе в его жизни. Муслим помог раскрыть невероятные возможности моего голоса, о которых я даже не подозревал, говорил он. Прибыл к нам, встречайте, друзья, Робертино Оретти!
to dedicate this song for my beautiful friend, Mosley Magamai. He was in love with Tor Nasruddin, and I held this song for him, for his memory. Vido mare quanto belle, sfida tanto sentimento, come tu chi tien a mente, da scelato vai sul mare. Guarda tua misti giardine, siendosi si giurlance, old, and I
I've seen all the best artists. I remember Skipa, I remember Di Stefano, I remember Gigli, Mario Del Mono, all. And I tried to sing Lucevano le Stelle. You cannot see, but for me it was beautiful evening. It was a marvelous man, sweet, nice, good, very good friend. And I was crying. I've been singing in Azerbaijan, and I've been in the cemetery where Mussolini is quiet, where is it like this. And I was crying, and I left the flowers to remind him, and now I'm here. It was my very big pleasure to be here tonight to remind this beautiful man, good artista, legenda, grande, grande Mussolini, grande uomo, grande artista. So, my only, what I can say, tomorrow I will be 71 years old, Robertino, right here. Last year it was my jubileo, and I fell down after a long tournée in Russia with the symphonic orchestra around. I fell down and I got an ictus. I was like this. I cannot move the hand, legs. Now I repulled myself slowly, slowly, and it's nice to sing in life, but tonight I cannot do that. I must sing only two songs in playback. I'm sorry for you. I had to sing in playback, but what can I do? I'm still sick. So I hope you enjoy it anyway. So just to remind that this is for all of you tonight, because your mind is in an international song from the big Mario Lanza. I hope you remember. Okay, maestro. Because you're mine, the brightest star I see.
дипломант первого международного конкурса имени Муслима Магомаева, заслуженная артистка Татарстана Аида Гарифуллина. Ария лауреаты из оперы Джакомо Пуччини Джанни Скинки. Муслим как-то сказал, что если бы нашлась какая-то добрая фея, которая предложила бы ему начать жизнь сначала, он снова стал бы певцом. Хотя нельзя сказать, что его жизнь была усыпана розами. И действительно, шипов в его творческой карьере было достаточно. Но Муслим не был бы самим собой, если бы он не выходил из всех ситуаций победителем. Вот, например, после оглушительного успеха в Парижской Олимпии его временно отстраняют от гастрольной деятельности и запрещают все московские концерты. Муслим переезжает в Баку, поступает в консерваторию и экстерном за год заканчивает вокальное отделение консерватории. А во время экзамена аудитория просит раскрыть окна, чтобы его слышали на улице. Муслим Магомаев любил свою публику. Он говорил: врет тот артист, который не мечтает о славе. И добавлял: правда, выйди на улицу, через несколько минут оказываешься в цветах, но без пуговиц. Оскар Фельдсман, стихи Расула Гамзатова «Есть глаза у цветов». Поет Александр Панайотов.
что есть глаза в сердце том, и они глядят на нас с тобой. Помню, как-то я в дни рвал цветы для милой на поляне, и глядели на меня они, как бы говоря, она в момент. Я напрасно ждал и звал не зря. Бросил я цветы, они лежали, как бы глядя вдаль и говоря, невиновны мы в твоей печали. В час раздумий наших тревог, в горький час беды неудачи, видел я цветы, как люди плачут, провожая из родного края, разные цветы глядят на нас, нам во след головками кивая. Видите, моргает еле-еле, и на людей доверчиво глядят. Все цветы, как дети в колыбели. Спасибо вам большое. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Андрея Вознесенского. «Верни мне музыку». Поет Глеб Матвейчук. Thank you.
за мной на водных лыжах ты лети. За спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, на беду у всех знакомых. Thank you.
наших сердцах. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Таисия. Потрясающе, Таисия Повалик. А знаете ли вы, что Муслим Магомаев потрясающе рассказывал анекдоты и делал очень смешные пародии? Ну, об этом, друзья, многие знают, но в историю он вошел своей героической осанкой и серьезным выражением лица. Даже на фотопортретах он очень серьезен. Ну, в крайнем случае, насмешлив. И в каждом своем образе он, безусловно, прекрасен. А мы очень рады, что можем показать вам совершенно другого Магомаева. Люди старшего поколения, возможно, вспомнят эти кадры и улыбнутся, засмеются. А вот для молодежи это будет сюрприз. Алексея Фатьянова. «Три года ты мне снилась». Весь вечер с нами оркестр Крокус Сити Холла под управлением Феликса Орловского. Не сравню.
жила нежданная, самая далекая, самая желанная. Ну как это все случилось, какие вещи мира. Три года ты мне синила, а встретилась вчера. Артистка Азербайджана Динара Алиева. Как мне не остановиться?
артиста Азербайджана, солистка Большого театра, солистка Венской оперы. Динара Алиева. И любимая всеми песня Александры Пахмутовой и Николая Доброгралова «Нежность». Дорогая Тамара Ильинична, это ваша песня, и сегодня она звучала для вас. Сегодня выступать и поздравить с юбилеем великого певца Муслима Магомаева и спеть одну из песен, которую он тоже исполнял. Он тоже исполнял. Гварда Керу. Guarda che luna, guarda che...
пригласить 17 декабря в этот замечательный концертный зал на наш. Музыка Вану Мурадели, слова Александра Соболева. Бухенвальдский набат. Исполняет заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Его песни становятся хитами моментально, а пластинки разлетаются гигантским тиражом. Музыка Арно Баджаняна, слова Евгения Евтушенко. «Чёртово колесо» исполняет Евгений Кунгуров. Thank you.
без кого грустя в снегу. Так увяз, да с площадки под снежком снится вальс, и как будто позабыл плёбра всё, так отчёт сонет сном. Колесо, колесо, колесо. Он просто снег, он разрушает.
рождения, Валентина. Вы были, есть и будете в наших сердцах. Спасибо. Спасибо, Зара. Спасибо. Жил на свете один очень талантливый мальчик. И он очень хотел быть музыкантом. Это была его мечта. И он знал, что если ты хочешь, чтобы эта мечта обязательно сбылась, нужно очень хотеть и работать. И действительно, через некоторое время одна из самых ярких звезд на небосклоне протянула ему руку помощи. Имя этой звезды – Муслим Магомаев. Ну а кто же мальчик? Thank you.
солнце взойдет. Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо за память, спасибо за ваше тепло. Спасибо судьбе, спасибо моим родителям, моему папе Аразу Агаларову, который сидит здесь, который построил этот зал, назвал его в честь Муслима Магомедовича Магомаева. Спасибо, Тамара Мишна, вам за ваше тепло, за вашу дружбу и поддержку всегда. Спасибо моему дедушке и бабушке за то, что мне подарили такого наставника, учителя и друга, которого сегодня мы все вспоминали, Муслима Магомедовича Магомаева. Есть вечные люди, есть вечные песни. И, как мне кажется, самая вечная песня, которую написал сам Муслим, я позволю себе так его назвать, потому что я испытываю особенное тепло к этому человеку, я знаю его с детства. Это песня, которая называется «Синяя вечность», друзья. И я приглашу всех артистов, чтобы завершили сегодняшний вечер именно этим великим произведением, автором которого является сам Муслим Магомаев. Спасибо.
Магомаев, 75. Вечный Муслим Магомаев. Команда, спасибо.